Ну что, ребята, они дошли, они сидят, вот они, хорошие, Глатов, Карас. Ну, я Жень Крот, рад замуть, всем большой привет. Да, всем привет, наконец-то наши гости, они с нами. Ребята, да, привет, да, мы большой. Успели посплетничать за эфиром. Ваши гости были в этой студии еще когда вас здесь не было. Ну, началось. Кстати, ты знаешь, сегодня... Эйджизм. Сегодня, кстати, в Телеграме, когда... Радио-диджеизм. Да что ты меня перебиваешь, что в конце концов дай сказать. Не дам. Сегодня, когда был анонс... Сказать. Какие вы сегодня игры. И сразу тишина после этого должна была быть. Но людей же пробки надо развлекать. Что они одно и то же слушают? Когда мы в Телеграме... Ребят, сколько вы не задолбались от музыки? Хотите нормальных умных людей наконец-таки послушать? Да где они? Я бы тоже хотела их послушать, знаешь ли? Слушай себя. Жестко у вас здесь. На сайте dfm.ru. Там же есть куча онлайн-радиостанций, все, правильно? Я хотела тебе комплимент сделать. Я тебе хотела комплимент сделать, тебе больше не буду, все. Ну, сделай комплимент. Да ну, ладно, я хотела сказать, что когда мы проанонсировали, что вы к нам придете в гости, и как раз-таки вспомнили о том, что ты на DFM вел здесь свое шоу. Да, спасибо, было такое. Ну, как тебе, скажи, ну, тебе понравилось? Положительные воспоминания остались? Да, конечно, да. 6 лет. А ты знаешь, был кайф-то в чем? Что здесь никого не было, ты оставался один на радиостанции. Особенно вас двоих. Вот этих два? Вообще никого не было. Ни программной дирекции, ни никого. Вообще, то есть ты один сидел. Мы по выходным работаем, всегда так. И можно было, в принципе, творить что угодно. Был такой диджей Колин, он как бы сейчас есть. И вот он бывало там, что не выпускал рекламу, считал, что надо поиграть подольше там и так далее. То есть нарушал все рамки эфира, которые только можно. Вот, ну, было весело. Да, в прежние времена, я знаю, что и стулья летали с ног и так далее. Было все, что... Ты кидал стулья? Я ничего, я очень... Слушай, я образцово-показательно все вел. Ой, молодец, какой молодец. Слушай, ну и у вас трек, значит, тоже образцово-показательный какой-то новый, да? Как он называется? Ну-ка, ну-ка. Мы не помним. Вот такая игра слов, да. Это все не помню я, трек называется, мы обязательно его послушаем. Гимн всех автопати? Гимн всех этих чуваков больных Альцгеймера, как это называется? Да уже неплохо. Тебе ли не знать? Сейчас закроют вместе с радиостанцией. Таблетки. Гимн всех, кто забывает про таблетки. Ну, я, например, я забыл, что это нельзя говорить, понимаешь? Ну ладно, а у вас хорошая память? Про таблетки, вот танцевальная радиостанция всегда про таблетки. А да? Что, просто, ну, ну знаешь, нам уже не 18. Да. Еще скажу, что ты витамин не пьешь. Пора уже заканчивать, нет, аскорбинка. Аскорбинка наша все. Аскорбилка. Ребята, это просто шум. Я понял. Это просто шум. Давайте про трек Павлович поговорим. А что это вдруг вы решили про память? У вас какие-то проблемы с ним? Не, мы на самом деле, мы писали трек, мы каждый год мы садимся с Лехой писать трек для Нового года. Ну, и каждый год у нас не получается трек сильнее, чем у дискотеки аварии. У нас задача, короче, перебить Новый год, научиться, скоро все случится. Они знают, что у вас челлендж, или только вы знаете? Гениально. Нет, ну, узнают, расскажу, наверное. Нет, это только наш внутренний челлендж, нам, типа, надо это сделать. В этом году, значит, инженерная мысль пошла в русло, что это все не помню я 2 января. Неплохо. Мы такие, классно, сделали песню, потом такие, а почему 2 января? Значит, мы привязываемся к какой-то дате. Естественно, песня там проиграет, там, условно, 2 недели, потом всем пофигу, все уже вошли в рабочий режим и забыли про нее. Мы такие, нет, ну, это же как бы такая история про то, что иногда хочется от какого-то момента абстрагироваться, все нафиг забыть, вот прям насильно, и она же у всех присутствует. Абсолютно. Вот, мы такие, ну, значит, эта песня больше, чем про 2 января, давай уберем это и как-то немножко перефразируем, вот. Но самое прикольное про эту песню, что мы пытались напихать туда как можно большее количество стилей. Помимо поп-музыки, там регги, рок, брейкс, драм-н-бейс. Все сразу. Короче, оливье просто вдохновило. Евроденсовый, да. И все это так вот упаковано, что это еще в каком-то виде можно слушать. Подождите, дайте Лехе сказать. Чего мы его все время прибиваем, Лех? Давай про трек. Дополни. Понятно. А что тут дополнять-то? Все, отлично! Ребята! Смотри, ну, чувак, мне кажется, вам рейтинги сделает, я да, чувствую. Да, мне кажется, вы так не переплюнете, если вы хотите новогодний трек написать, но выкидываете вообще все идеи. Это можно так, знаешь, у дискотеки аварии тоже. Когда-нибудь сделаем. Новый просто... год, масленица, день рождения, к нам мчится. Вот в таком формате, чтобы все праздники сразу объять. Но мы хотим объять и музыку, и наше общение. Впереди у нас немножечко послушаем танцевально, потом как вернемся. Как он это изящно делает, вы заметили? Вот так, могу, все, давай, и микрофон могу тоже тебе выключить, смотри. Miracle, Кэлвин Харрис и Элли Голдин, а также у нас Филатов Кэрис в гостях. Еще раз вам большой привет. Ребят, вы в конце года выкладывали, что вы 10 лет в чартах. Да. Уже постоянно. Это ваше намерение? Каждый год выпустить что-то такое или так получилось просто?
Ну, не было у нас такого намерения. У нас вообще никаких намерений нет. Но если так получается, мы этому счастливы. И мы счастливы, как говорится. Я надеюсь, что вот новая песня тоже в какие-нибудь чарты попала. Она уже, кстати, попала в чарт Бен Линка, но это еще до релиза. Это знаешь, когда пресейв ссылку распространяешь, вот там, типа, на верхушке была. Но уже много радиостанций, в том числе и DFM, поддержала песню. Поэтому никаких радиостанций не существует, кроме DFM. Мы скоро послушаем, да, этот трек, но прежде хотелось бы спросить про трек, который вышел в конце года. Давайте, Русское радио, Монте-Карло, Радио Максимум. Так. Ты специально меня перебиваешь? Я пока безопасно перечислил. Ты специально меня перебиваешь? Европа Плюс, новое радио, второе радио. Да не существует никого! Давай-ка, мы еще поговорим. DFM родное, понимаешь, сколько мы тут времени провели. Ага, это точно. Давай, ну, дальше продолжай. А, я не хочу больше спрашивать ничего. Вообще хотел спросить про трек «Спойлер», который у вас вышел в конце года с искусственным интеллектом. Это не первый трек с искусственным интеллектом, насколько я знаю. Первый, который мы довели до конца и выпустили. У нас был трек, который мы сделали, но мы не смогли договориться по правам, и он так и застрял в истории. Мы вообще там с ним чуть ли не на Евровидение должны были ехать, потому что это было там типа 3 года назад. Ну, в новинку. Когда еще мы ездили на Евровидение, да, и было такое, типа, мы сделали трек с искусственным интеллектом. То есть это было в новинку, реально. Сейчас уже дофига кто наделал треков с искусственным интеллектом, то есть никого не удивишь. А тогда это было прямо супер-мега-топ. И такие, так, надо это как-то презентовать. Плюс это искусственный интеллект был не кого-то там, а большой банковской корпорации такой зеленого цвета. Сбербанк, ладно, назову. Какой микрофон у него? Да, я его выключу. А, да, тогда мы с тобой будем вдвоем общаться. Так, нет, стоп, дальше. И, короче говоря, ну, прям там все хорошо шло, но вот, к сожалению, не сложилось. А в этот раз сложилось, и, видишь, в том числе при участии РМГ вся эта история реализовалась. Расскажи, пожалуйста, искусственный интеллект помогает или все-таки мешает? Это сделано было ради галочки, или он реально помог создать трек хороший? Ну, нет, вот этот был ради галочки, скорее, сделан. Ну, типа, потому что, как бы, эксперимента ради, типа, как его внедрить туда. А первый, который мы делали, мы реально заморочились так, чтобы... В основном искусственный интеллект все придумывал, а мы просто его рулили. Ну, вот такой момент. Но вы будете продолжать? Да. А мы продолжаем. Экспериментировать. Мы сейчас, знаешь, что делаем? Мы теперь демки делаем вокалом искусственного интеллекта. Мы там можно выбрать тембр любой. Низкий, высокий, мужской, женский, какой хочешь. То есть я демку напеваю и как бы подбираем тембр, который прикольнее звучит. То есть чтобы потом уже вокалистам показывать в каком-то таком удобном виде. Они уже пели по Мне кажется, вокалисты сейчас ваши напряглись слегка. Да их вообще можно... им не стоит напрягаться. Да уже можно заменить. Уже можно проанализировать все их вокалы и им даже в студию не заходить. То есть делать песни без них, они просто на выступлениях будут вживую все это петь. Понимаешь? Ну слушай, ну искусственный интеллект на самом деле далеко ушел, это правда. Далеко ушел, но пока это не как бы не панацея. То есть это не решение вопроса, это просто помощь какая-то. Вот, как раз этот момент хотел узнать. В итоге он все-таки помогает с какой-то точки зрения. Пока. Но у него единственное отличие, как бы, в чем человек пока выигрывает перед искусственным интеллектом, потом, возможно, все изменится. У искусственного интеллекта нет сознания, а, соответственно, у него нету вкуса. Он не понимает, что хорошо, что плохо. Технически, математически он может просчитать там, окей, куплет, припев, проигрыш. Кстати, да. Здесь там мелодия идет вверх-вниз, там вот такая-то гармония лучше зайдет. А классно это или нет, он понять не может. Но технически он может понять, что люди это плохо когда-нибудь? Когда он поймет, нам всем капец. И уже там не о музыке будем думать, знаешь, это Skynet. Ребят, это, кстати, искусственный интеллект только что сказал, как раз, мне кажется, уже вычисляет. Кожаные мешки вам всем капец. Ладно, кожаные мешки хотят музыку послушать. Ребят, впереди у нас классный трек под названием Salt, Ava Max, а нам нужно с одним гостем поговорить о том, что не стоит называть другие станции. Правильно? Правильно. Ребят, оставайтесь с нами. Что, ребятки, продолжаем общаться с Филатовым и Кэрзом. Вот они, сидят такие красивые, хорошие. Hello! Мы уже... Или hello нельзя, надо... Да я не знаю. Ну, можно говорить тебе hola. Доброго денечка, ребятки. Да. Бью челом. Уже вечерочка, кстати говоря. Давеча. Кстати. Ну что, мы сейчас будем трек ваш слушать. Давайте. Как называется? Называется «Это все не помню я», так называется. Прежде чем мы давайте к нему перейдем, может, мы поболтаем про него. Расскажите, ребята. А я уже рассказал про него. Ну, еще раз расскажу, где, когда написали вообще. А то, может, давно уже ли все забыли. Между вами. И у вас ведь вокалист какой-то там появился, да? Ну, как по его ж год как с лишним появился. Ничего себе. Ну, вообще-то, да, здрасте, да? Приехали. А ты не знаешь, что ли? Я только про... Нет, не знал. Женек-то, да. Да, он просто тиктоки только смотрит, там он в тикток ничего не выкладывает. Так в тикток уже. Это мы выкладываем, это ты не смотришь. А мы выкладываем.
смотрит. Но про трек-то в итоге расскажите, когда он у вас... Мы его на даче делали, ну вот, соответственно, когда там... Перед Новым годом прям? Ну нет, ну там в сентябре, типа... Перед Новым годом в сентябре. Ну допилили, потом уже в процессе. Я вам больше скажу, у нас еще дальше идет. Мы на этот год вообще сделали там как минимум 3 вот прям мощных трека. Все новогодние? Очень нравится. Нет, вообще все разные. Следующий у нас будет, знаешь, с кем? С кем? С Львом Валерьяновичем Блещенко. О, я знаю, что это была ваша мечта. Я где-то читал, что вы прям мечтали. Я себе это придумал. Журналисты всегда приходят и задают вопрос. Да. С кем вы хотели бы сделать коллаборацию? Угу. Я что-то один раз ляпнул, ну, типа, ничего не придумал, думаю, с Блещенко. А потом, начал думать над этим. Думаю, блин, а это круто было бы. Ну да. Такой мост поколений, потому что он, ну, фактически, ну, наверное, единственный или там один из немногих таких советских столпов, кто остался с нами, да. Из Советского Союза. Он День Победы пел, ты понимаешь? Он сейчас в полном порядке, он в полной активности, он выступает, он супер шутит, он рассказывал нам матерные анекдоты. Ну, очень классный мужик. Не рассказываю сейчас, пожалуйста. Вот такой момент. А как вообще? Вот что можно создать? Что достойно вот этой коллаборации? Мне кажется, это сложная задача. Мы сделали мотивационный гимн, там с оркестром. Гимн? Да, и что вот, же там за мотивация-то? Вот к чему услышите, призыв? Но попозже. Сейчас когда? Вот, когда? Вот я думаю, что ближе к маю, наверное. Нам надо подготовиться. Мы мне подарок на там, день рождения. Киношечку такую клиповую и так далее. У нас, кстати, классный клип мы сняли сейчас с Юджином на «Это все не помню я». Да, вот мы тоже хотел поспрашивать дорогущий, по поводу этого. С кучей там новых всяких технических сегодня фишек. Сегодня выходит, насколько я Нет, помню. Нет, клип сегодня не выходит. Клип выходит 12 числа, сегодня вышел трек. А. Он еще в доработке, потому что там много графики надо делать, там куча всяких заморочек. Мы снимали по новой технологии на этих LED-скринах огромных. То есть вот раньше снимали, знаешь, там типа, если надо было фон подложить на хромакее, Да. зеленый экранчик за тобой, и дальше там картинка подкладывается. Но это все очень дешмашки смотрится. Ну, как бы уже... Подожди, а как это? А сегодняшнем, например, как сериалы типа «Мандалорца» по «Звездным войнам» все сняты, там сзади у тебя, ну, представь, что огромный телевизор высокого разрешения, просто гигантский, и на него выводится любая картинка. И дальше на уже... Плоско не выглядит потом. Дальше на, перед этим телевизором ты накидываешь любой там, допустим, если у нас пустыня, у нас сзади пустыня, а тут песок. Да, я понял. С барханами и так далее, который переходит назад, и при помощи света и всего остального выглядит это все супер круто. Вау. А где снимали? Вот в Москве? А если ты еще назад 3D делаешь, и когда вертишь камеру, и у тебя в 3D тоже поворачивается все. Нет, в смысле не 3D, вот это. Безумие. Обязательно будем смотреть 12 числа, я правильно понимаю? Ну, я надеюсь, что успеем 12-го. Ну, план такой, да. Ну что ж. Да, у меня там роль с попугаем. Большой попугай в коду. Его обкакал попугай на съемках. Серьезно? Да. Это будет в клипе? Будет, конечно. Надеюсь, да. Не обматерил случайно, а то тут новость недавно была. Да там, где там попугай. Да ладно, там еще есть. Я там, например, змею душил. Это уже звучит как будто... Бывшая участвовала. Клип для взрослых. Ладно, ребят, давайте трек послушаем, потом вернемся, никуда не уходите. Это все не помню я. Пожалуйста, новый ваш трек. Ребят, ну что, вам нравится самим-то? Да, а тебе нет. Вот знаете, что он сделал за эфиром? Он просто выключил звук, и мы разговаривали на какие-то пространные другие вещи. Было так? Вообще пофигу этим радио. Но при этом я молчал. Это люди, которые любят музыку, которые сидят в эфире. Да им вообще пофигу. Пофигу просто. Слышишь? Это для того, чтобы добавить плейлист. Справедливости ради. Рада правда любит музыку. Мы с ней об этом много разговаривали за эфиром на вечеринках. Справедливости рада. Да, я просто... А Евгений у нас тут это вот. Знаете, что я делал? Я просто сидел и слушал, как они про футбол какой-то разговаривают, что-то у них там началось. Ты думаешь, ты мне выключил микрофон, я другой не найду, что ли? Нет, я выключил все микрофоны, даже ей в этот момент. Ладно. А что, вот так умею, вот так могу. Работает. Но давайте уж, рассказывай. Ты сказал, что у вас 3 трека, что ли, планируется, но только про один. Да, второй он секретный. Ну, а есть еще 4-й. Сейчас он... Там вообще супер секретный. Вот это настрочили. И, кстати, это? Насколько я знаю, что вы что против альбома. Что мы делали? Настрочили трек, настрочили. Показалось, ладно. А ты же как раз змею душил, вот, пожалуйста. Да-да, спасибо. Ты все ближе к увольнению. Давай мы с тобой что-то вот немножечко прокинем. Что за секретные треки? Ну что, ладно, никакой давай не информации? Так, давай поиграем. Ты знаешь такую группу Deep Is Blue? Я с ним играть не буду. Ну что-то, да. Ну что, да. Ну, ты-то понятно, а ты? Ну что? Ну да, вот не знает, поэтому что, рассказывай. Ну вот, и что там еще? И какие еще истории он были, думает, ребята? Что у него пульт, и он тут это заведующий. Конечно, так и есть, буквально. Очень удобно. Здравствуйте. Что, чем ты занимаешься? Ты что, снимаешь? Да, я снимаю и танцую, пою, и заодно и говорю, видишь, все умею. Маленькая власть. Так, ну так что? Играем? А во что? Ну давай.
На что заиграем? Давай. Давайте. На что? Во что? На что? Лёх, давай. А что? Что? Ну, ты говоришь, давай поиграем. Давайте вы лучше расскажете о том, что у вас, может, выступления какие-то планируются. Или, может, хотите вы поделиться, пригласить. Давайте. У нас, кстати, мы в прошлом году впервые там за нашу многолетнюю деятельность сделали большой сольный концерт. У нас был sold out впервые. И в этом году мы делаем еще больше и в нескольких городах сразу. А в каких? Будет точно Москва-Питер, центральный, это будет осенью. И сейчас на весну, скорее всего, будет Ярославль и что-то еще. Об этом мы объявим в ближайшее время, так что следите за нашими соцсетями. Но вам, конечно же, всем пофигу, большинству, которые стоят в пробках. Поэтому давайте мы весело поговорим о чем-то другом. Да мы уже скоро завершать будем. Вообще-то, знаешь, мне не пофиг, я всегда вас лайкаю, всегда пишу вам комментарии, а вы даже на меня не подписаны, и это обидно. Ладно, мы тебя лайкаем после эфира. Ты просто с барского плеча. Самую первую фотку твою из 2013 года. Да, нет. Где на самом деле не так, у нас директор подписан на нее. И он ее лайкает за нас. Всегда. Ого, и пишет сальные комментарии. Пишет, вот да, эти. Пишет, оно из-за да. Он за ней ухаживает много лет, она просто не замечает. Дим, привет. Да. Вот эти фотки непонятно чего кидает тебе в директ. Это не его были. А, это были мои. Ну что? Ребят, спасибо, что пришли. Очень приятно спасибо, что с вами болтать. Весело, классно. Да, я не уверен, что люди разобрали хоть что-то в этом шуме. Разобрали. Разобрали классный трек. Если он перестанет работать после этого эфира, то отнюдь извините. Ну что ж, поделать, так бывает. D.